В новейшей истории цивилизации не было более страшного режима. В небольшой стране подростками с автоматами Калашникова всего лишь за 3,5 года было уничтожено до трети населения. При этом камбоджийцы не подозревали, что ими правят люди, считающие себя коммунистами. Не было ни культа личности, ни биографий вождей, ни их портретов. Пол Пот не давал себя фотографировать. После его отставки не осталось ни одного подписанного документа. А вожди партии и руководители государства придумали для себя звание «бом», что в переводе с кхмерского означает «старший брат», и обращались друг к другу не по именам, а по номерам: «старший брат 1», «старший брат 2», «старший брат 3».